Всем привет, и сегодня у нас обзор игрушки под названием Beat the Boss 3 часть. Это популярная серия избиения босса. Игрушка начинается с того, что мы являемся тем парнем со смешной прической, которого избивает босс, тычет нас пальцем, и с этого момента начинается игра. Итак, сверху написано: пришло время расплаты, и тем самым мы можем начинать издеваться над своим боссом, кидать его в разные стороны. Как мы можем заметить, фон по сравнению с прошлыми частями изменился, и графика стала несколько лучше, но я бы не сказал, что она изменилась кардинально. Тем не менее, сзади появились вот такие смешные рожицы, которые говорят нам о том, что в офисе работают не слишком прекрасные люди, и это весьма забавно. Но на самом деле в этом нет ничего серьезного, это просто сарказм, не больше. Игрушка заточена для тех, кому действительно хочется развеять свои уныние и серые будни, и кому надоело одно и то же, то есть те же самые игрушки, которые никому не нужны, а Beat the Boss, он помогает вам несколько расслабиться. Хотя, честно говоря, в наше время уже именно таким способом никто никак не расслабляется. Я даже не знаю, как современные люди расслабляются, может быть, как Брейвик, просто бегут в Норвегию и убивают 77 человек. Однако, что же касается этой игрушки, ну... Да, я бы не сказал, что она плохая, но я одновременно не скажу, что она и хорошая. Конечно же, тут нужно ставить возрастной рейтинг, потому что есть совершенно разные люди, совершенно в разной психической формации. То есть кому-то эта игрушка понравится злой, кому-то понравится смешной. На каждого человека не угодишь, конечно, но нужно указывать в рейтинге. И под Android, я думаю, не играют люди, которым может быть свыше 40-30 лет такие игрушки. Так что будут играть дети, а чему... научит эта игра детей, это уже совершенно другой разговор. И что касается этой игрушки, ну да, это классно, я бы не сказал, то что это прямо так прикольно. Стоит установить, стоит посмотреть, стоит удалить. Решать, конечно же, вам, но я в этом ничего особенного не увидел. Есть много различных способов избивания нашего героя, вплоть до топора, вплоть до гранат. Можно также его и стрелять автоматом. Сверху появляются сердечки восстановления нашего босса. Вот такая вот игрушка. Скачивать, не скачивать, решайте сами. Подписываемся и до встречи.